вот такую тыкву прекрасную, перезимовавшую хорошо, будем сегодня готовить. Будем готовить кашку тыквенную. Вот такой, видите, огромная такая тыквочка. Вот такая красавица. Хорошо перезимовала. Она. Будем готовить кашу. Эта тыква выросла у нас в огороде. Французский сорт Руж Вив де Там. Очень хороший урожай был того года. Сейчас будем ее резать. Тыкву я порезала кусочками и теперь ее притушиваю в воде. Она очень хорошо, эта тыква очень хорошо разваривается, очень такой прям в пюре, то есть не надо ее тереть на терке. Молоко я кипячу отдельно на всякий случай, что вдруг скисло, это домашнее молоко, поэтому кипячу его отдельно. Тыква прокипает, сейчас я добавлю молоко. Добавляю 3 ложки сахара, а если любите сладже, можно и больше. И ваниль для аромата. Обязательно помешиваем, чтобы не пригорело дно. И сейчас пропюрирую там, где кусочки остались, сделаю его однородным. Получилась однородная пюрешка такая, тыквенная. И будем добавлять, сегодня у меня не рисовая будет, а манная. Сейчас буду добавлять манку. И добавляем манную крупу. Вот такая у меня крупа. И будем добавлять сюда. Получилась у нас вот такая очень вкусная, полезная каша. Тыква, молоко, манка. Это для диетического питания самая отличная, самая полезная еда. Всем приятного аппетита, здоровья! Всего самого-самого хорошего. Будем пробовать. Приятного аппетита!